как вам здесь работается на кондитерской фабрике? Хорошо. Сладкое любите? Конечно. Конечно, любим. У цехи, где робятся торты, працуют одни женщины. Кондитеры лечат, что мало уметь, тут треба працовать с душой. Работа любима, поэтому все торты я делаю с удовольствием и рада, если люди оценят и будут довольны моей работой. Кондитерская фабрика працює круглым 5-й год. Узвели новый будинок со своей свідровиной и котельней. Предприемство створили специалисты, которые занимались кондитерской справой в России, але потом вернулись на родину. Поначалу было очень сложно, потому что для Круглого это предприятие, новшество было. В свое время был хлебзавод и были выпуск кондитерских изделий, но в связи с тем, что он закрылся, народ уже квалификацию свою давно утерял. А здесь приходилось все начинать заново, обучать. На предприемстве працует 77 человек, и усеяны мясцовые жихары. Легко ли найти работу в Круглом? Нет, нелегко. Очень тяжело. Вот так. Так что за место приходится держаться? Конечно, приходится. Детки есть, приходится держаться. Сёлета кондитерская фабрика створила до 20 новых працовных мест. Работники пришли на вытворчасть и так само во власную гандлёвую сетку, якая развивается у Могилёвской, Витебской и Минской областях. Коммерцийная мета – экспорт у Россию и Польшу. Гэта отбудется не сёння, але такий план варты працы. Люди здесь прекрасные в Круглом. Они научились, получили, можно сказать, вторую профессию. Научились делать торты. И с удовольствием это делают. Коллектив хороший у нас. И вишенка на торте, добробыт фабрики и у всех ее работниц. Илона Иванова, Юра Уласцов, Новин регион.